Пустая трасса и ни души. 4 часа утра, мы едем в Бузулук. Там уже работает губернатор. Кого и от чего так старательно пытается уберечь Денис Паслер от непоправимого? Стив хороший, иначе потеряешь его. Объекты благоустройства и масштабный инвестпроект. Нас сейчас пустили на строительную площадку мазоцепционного завода «Астон». Это крупнейшее производство в стране, у нас, соответственно, и где-то еще в центре России. И мы нашли этот завод и посмотрели уже на законченный вариант. Он находится в Липецкой области. Наши уважаемые коллеги открывают новый маслоэкстракционный завод. А у нас ничуть не хуже. Строительство полным ходом, а параллельно идет и набор сотрудников на завод. Которых будем обучать, в том числе на своих заводах, повышать квалификацию. Совещание в администрации города. О чем шла речь и какое задание получает глава Бузулука? Я вам выделил 3 деньги ровно под эту задачу. Искренне надеюсь, что вы с ней справитесь. А мы летим дальше, в Бугуруслан. Жители встречают, глава рассказывает, что сделали в городе для комфорта людей. Здесь у нас зеленые зоны, то есть здесь у нас типа клевера, там крупные деревья, есть не крупномеры. Какое впечатление осталось у главы региона от поездки на Запад и почему упоминает высшие силы? Еще работы. Я думаю, что дай бог бы. До конца октября, думаю, до середины ноября бы все-таки завершить. А дальше едем смотреть ход работ в музее усадьбы Аксакова. Сколько лет ты? Забрались в этот год? И так никто не знает. Доподлинно. Какие тайны хранят строители? Исторические находки при расчистке территории усадьбы. Запор один нашли. Запор Березовский мост. Неделя подходит к концу, и мы готовы рассказать о самых запоминающихся событиях. Обо всем подробнее прямо сейчас. Ночь, улица, фонарь. Нет, не аптека, как у Александра Блока, а дальняя дорога на запад Оренбуржья. 4 часа утра, мы едем в Бузулук. По дороге встречаем рассвет. Он прекрасен. 8 утра. Мы в Бузулуке вместе с местными журналистами ждем губернатора. И он без опозданий уже на объекте. По плану смотреть должны капитальный ремонт вот этой дороги на улице Челюскинцев. Она ведет к заводу «Бузулук молоко». Полотно сделано, к нему нареканий нет. А вот к директору молокозавода есть. Прямо на улице, возле проходной предприятия, губернатор задает свой вопрос несколько раз. Поставщиков нет, практически все крестьянские фермерские хозяйства, ну, меньше стали. Давай. К сожалению. А я вам говорил, стройте свой комплекс. Ну, да, пытаемся, думаем, зарабатываем. Что пытаться? Да. У вас все для этого есть, земли у вас куча. Земля есть. Ну, да. А что не строить? Планируем. Магазин строите, а комплекс не строите. Дорогу мы тебе сделали, обещали. Отлично, тебе и людям. Отличная дорога, спасибо. Я свои обязательства все выполнил. А ты строить не начал ферму? Ну, мы как бы планируем. Мы как бы не обещали, что так резко мы построим. Ну, в принципе, в планах у нас существует это. Давай, начинай проектировать. Со следующего года начинай строить. Иначе оставишь без молока завод. Актив хороший, иначе потеряешь его. Ну а мы едем в Троицкий парк. Здесь продолжается обновление территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Большая часть работ уже выполнена. Объем вложений больше 100 миллионов рублей. Причем есть деньги из федерального, областного и местного бюджетов. Прошу вас, по плану завтра должны, с 8 они должны выйти. Температурный это режим. Как раз, по-моему, осталось несколько дней таких высокой температуры. Вам за день до 20 доделать все, чтобы она держалась хорошо. Да. Успеете? Успеем. Скрошка просто, почему еще не могли раньше приступить? Ну, мафы такая вещь, особенно вот из дерева. Ну, и сначала надо было их, да, смонтировать, да, поставить, могли, да. А потом уже носить, это все. Абсолютно верно, по-другому никак. Успеем сделать все. То есть до 1 ноября закончить? Хорошо.
Ну а мы уже в аллее «Дружба». Здесь идет благоустройство территории. Третий этап. Центральная пешеходная улица больше километра. Зимой именно здесь будет стоять городская елка. Глава Бузулука рассказывает о том, что сделано. К разговору по пути присоединяется подрядчик. Получится центральная часть, там как цветы будут посажены. Везде дорожки туда-сюда. Мафы все пришли, в принципе, все на месте. Вот два теневых навеса, они по дереву. Настил пришел, единственное, что дожди были, вот настил, наверное. Вы подрядчик? Да. Ну как обстановка, рассказывает, по готовности, когда контракт? До конца октября у вас? До 15 октября. Так. Идем по сроку. На этой неделе планируем вот этот участок катать в асфальт. Так. Две стороны. Так. Ну и фактически у нас все, газон закончен, угу. Асфальт доложен. Навесы есть. Но от взгляда губернатора не ускользнет ни одна деталь. Денис Паслер просит подрядчика доделать объект по уму и почистить грязную плитку. Все-таки делаем-то для людей. Давайте доделать. По всему вымойте, потом по-человечески, хорошо. Чтобы все это самое было по уму. Вот где-то шел, где-то пятки. Конечно, все будет брать. Все? Именно сюда я хотела попасть больше всего. Масштаб впечатляет. Мы на стройплощадке маслоэкстракционного завода. Безопасность превыше всего. Без ярких жилетов и строительных касок работать даже губернатору на объекте нельзя. Я не сразу успеваю надеть форму. Все происходит очень быстро. Главное не упустить важное в разговоре. Вот это фундамент, по что заливаете? Это производственный корпус. Сейчас идет подготовка к нулевого цикла. Фундамент это подготовительно-прессовый цех. Сколько здесь людей работает? На площадке порядка 200 человек. Сейчас? 7 организаций, 700 человек. Ну, так понимаю, добавлять, наверное, придется? Конечно. В последующем, когда будет сборка и монтаж? Конечно. Какие планы по количеству людей одновременно? Одновременно 300 человек. Сколько? 300. Находимся на стройплощадке маслоэкспрессионного завода. Здесь в Бузулуке, честно вам скажу, масштаб поражает. Посмотрите, сколько уже работы здесь проделано. Расчищена территория. Уже вбиты 5000 свай. В общем, работа продолжается. С учетом того, что всем подорожало, наверное, и у вас подорожал по объему финансирования. Денис Владимирович, пока мы в бюджете, пока мы помещаемся, мы вовремя успели. 15 миллиардов попасть примерно, да? Так точно. Ну, я хочу сказать, что вы огромную территорию расчистили. Я помню землю, которую вы забирали. Мы вам предоставляли, которые выкупали. Тут, конечно, называется, черт ногу сломит. Было. Я смотрю, как все расчистили, все вывезли. То, что я обещал касательно дороги, по сути, вокруг всего вашего предприятия, еще и подъездная с объездной. Нас оттуда, наверное, будет заходить. От кольца. Да. Порядка. Да. Глава сейчас доложил, что он проект готовит, как я поручал, там, порядка 500 миллиардов. Поэтому сейчас даст нам документацию. Мы тоже деньги сюда будем планировать, бюджет обязательно предусмотрим. Потому что, конечно, с запуском. Но эта дорога будет не только на ваш завод, она, по сути, всю промзону зацепит. Да, жилье, вон огромное количество. Наши уважаемые коллеги открывают новый маслоэкстракционный завод. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев год назад дает старт работе маслоэкстракционного завода в Липецкой области. Здесь производят соевый шрот, лецитин и масло. Мощность предприятия – 2500 тонн соевых бобов в сутки. Общий объем инвестиций – 10 миллиардов рублей. История завода, который строится в Оренбурге, началась в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. Именно тогда губернатор Денис Паслер и председатель совета директоров компании «Астон» Владимир Недорезов подписывают соглашение о реализации инвестпроекта в Бузулуке. Мощность производства – 2000 тонн масла семян в сутки, а в год – 1 000 000 тонн готовой продукции. Предполагается, что новый объект станет центром притяжения аграриев не только нашего региона, но и Самарской, Саратовской областей, Башкортостана и других регионов Приволжского федерального округа. Важный объект – мощный инвестпроект, предприятие, которое станет одним из крупнейших налогоплательщиков Оренбуржья. Огромное предприятие имеет важнейший статус. Вот это одно предприятие, этот завод –
перекроет все мощности Оренбургской области в два раза по переработке семян подсолнуха. Поэтому, конечно же, долгожданный объект. Чем больше таких будет предприятий по переработке глубокой, мы об этом говорили, тем больше будет конкуренция за продукт, который выращивают сельхозтовары, производители. Тем, конечно, я надеюсь, что цена будет для них поинтересней. Да? И приход такого большого игрока, ну, как правило, сопровождается, мы об этом сразу же говорили с инвестором, о том, что они смогут и семена представлять, да, и какие-то кредиты давать на посевную. То есть, по сути, такое финансовое плечо дополнительное, что, конечно же, еще усилит работу с землей, да, и, конечно, повысит стабильность наших товаропроизводителей. Осмотр строительной площадки проходит быстро, все по машинам, но мы успеваем буквально на ходу задать вопросы директору компании «Астон Поволжья». Сергей Пругло успевает только махнуть рукой гостям. Строительство производственных цехов, зданий, сооружений. Выполняем нулевые циклы, подготавливаем фундаменты для монтажа оборудования, металлоконструкции зданий, цехов. Я знаю, что у вас уже идет набор сотрудников, и какая-то своя система есть, так это? На сегодняшний момент в нашей команде в основном инженерно-технический персонал. Это необходимо на данном этапе для того, чтобы правильно контролировать и должным образом контролировать ход выполнения строительных работ, монтаж оборудования. По мере производства, по мере начала производства, по мере строительства и пусконаладочных работ мы будем набирать основной производственный персонал, который будем обучать, в том числе на своих заводах, повышать квалификацию, и в дальнейшем люди будут работать на наших цехах и заводе. Ну а мы уже в администрации Бузулука. Здесь идет совещание. На повестке дня несколько вопросов касаются подготовки города к отопительному сезону. Социальные объекты продолжают получать паспорта готовности и ямочного ремонта на дорогах. Ну и, конечно, вопрос о строительстве школы на Мурманской. Были даны поручения вами, когда вы приезжали, по увеличению земельного участка для того, чтобы нам поместиться, так скажем, потому что школа строится у нас в стесненных условиях. Да. Увеличили земельный участок с 18 до 20, то есть еще 2 гектара у нас появилось. Не обходит глава региона стороной мусорный вопрос. Люди жалуются на переполненные баки и несвоевременный вывоз мусора. Глава отчитывается, в реестре свыше 200 контейнерных площадок. Половине из них требуется ремонт. Деньги в бюджете предусмотрели, 15 миллионов рублей выделили, занимаются ремонтом. Региональный оператор свое оправдание говорит, не хватает площадок в частном секторе, хотя налажен бестарный вывоз. В определенные дни, в определенное место, несколько раз в неделю приезжает машина. Люди выносят накопившиеся отходы непосредственно в мусоровоз. А в чем проблема? Почему вот эта история бестарная? Не считаете, что она эффективна? Я просто понимаю, о чем говорит глава. Почему понимаю? Потому что я тоже жил, что называется, с родителями в частном секторе. И я тоже помню прекрасно. Мы, что называется, там два раза в неделю, я знал точно, когда я должен выйти, как старший сын. Это была моя обязанность. Я собирал эти, что называется, мешки или бачки, и машина приходила, мы их загружали, и все уезжало. И у нас ни на каких улицах не было никаких организованных таких, что называется, мест сбора мусора. И все чисто было. А что здесь, так не может работать, что ли? Почему не может? Может работать. А в чем проблема тогда? Что, понимаете, население бывает так, что выносят заранее. Бывает. После проезда техники населения бывает, что выносят. Естественно, все это растаскивается бродячими собаками. Ну и в последующем на улице лежат отходы. Кроме того, понимаете, здесь еще ситуация какая? Есть проблемы с кадрами. Грузчики на частный сектор, на технику, которая выходит в частный сектор, идти работать не хотят, потому что это достаточно тяжело. Это большое расстояние, приходится пройти ногами. Плюс ко всему, люди не понимают, что они должны вынести пакетик, а не знаю, сложить в этот пакет плитку, сложить в этот пакет землю, ветки и все там подобное.
В администрации говорят, неоднократно фиксировали нарушение графика вывоза ТБО региональным операторам, но кроме как взывать к совести, ничего не могут. Однако решение есть, говорит губернатор. Контейнерные площадки нужно оборудовать камерами видеонаблюдения, чтобы, во-первых, можно фиксировать нарушения со стороны регионального оператора, а во-вторых, отследить, кто заваливает площадки. Индивидуальные предприниматели, которые зачастую игнорируют заключение договоров на утилизацию отходов, или же сами жители. И тогда можно принимать решение, вплоть до возбуждения административных дел и штрафовать. Есть график. Посмотрели на камеру, соблюдают, все хорошо. Не соблюли — в соответствующую структуру. Ну и все, что называется, ничего личного. Никому ничего не надо. Вам порядок нужен. Да? А коллеги даже дисциплинированно исполняют обязательства, взятые перед людьми и государством. Что-то есть сейчас еще по докладу или все? Ну и все. Спасибо всем за работу. Работаем в Бугуруслане, находимся в Центральном парке. Здесь идут строительные работы. Вот прямо за моей спиной идет укладка тротуарной плитки. Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко показывает обустройство ливневки. Чугуни. А сейчас... Здрасте. Здравствуйте. Ну что, как дела? Чудесно. Ну что, не надоели вам строители? Нет, все хорошо. Нет, очень рады. Точно? Конечно. Ждем заключения работы. Завершение работы. Будет самый крутой магазин в городе у нас. Это точно. Посмотреть на главу региону в этот день хотели многие. Кто-то ради этого даже уходил с работы, кто-то просто останавливался и наблюдал. Но без внимания Денис Паслер людей не оставлял. Тоже приветствует. Здрасте. Здравствуйте. Центральная площадь Бугуруслана – место притяжения жителей. На обустройство в этом году по решению губернатора выделено дополнительно 35 миллионов рублей. После обновления пешеходные маршруты свяжут площадь с другим ключевым объектом – набережной реки Большой Кинель. Этим маршрутом идем и мы. По пути глава региона инспектирует обустройство тротуаров. Прямо по свежевыложенной плитке выходим на набережную. Купили лежаки, как в турецких отелях. Каждый день с утра матрос-спасатель их выносил для жителей, каждый вечер заносил. В пиковый жаркий период здесь вообще, то есть места не было. Проект благоустройства предусматривает создание амфитеатра прямо на берегу реки, прогулочных маршрутов, безопасный спуск к воде и пирсам. Пространство набережной разделено на тематические зоны, и они уже не пустуют. Сейчас отрабатывается комплекс общеразвивающих упражнений. Ну что, как ребята, готовы спортивно у нас? Ну, неплохо, достаточно хороший результат. Вот показали на чемпионате города, легкая атлетика. Какие места были? Полные комплекты медали. Все, вы на третье? Практически. Ну, я вижу, вы у кого-то с медали уже сняли. Со своей. А это уже сад имени Фрунзе. В городе он появился недавно. Вложений 13,5 миллионов рублей. Теперь на месте недавнего пустыря, который пугал местных жителей, комфортные прогулочные зоны и детская площадка. Конечно, хочется объекты уже завершить. Они, безусловно, востребованы. Самое главное, жители, я вижу и получаю эти... И мы тоже, как региональная власть, одобрение вот именно по реализации этих проектов. Поэтому очень здорово, будем продолжать и дальше поддерживать Бугуруслан. Ну а здесь еще работы, я думаю, что дай бог бы до конца октября, я думаю, до середины ноября бы все-таки завершить. Потому что на самом деле и деньги дополнительно добавили, да, и объемы еще приличные. Но, конечно же, центр города очень-очень-очень сильно оживает. Тут у нас и спортивные объекты, и драмтеатр, другие, соответственно, социальные объекты. Поэтому, мне кажется, будет достаточно неплохо. Это место особенно красиво именно золотой осенью. Усадьба Аксакова. Здесь мы были с губернатором в конце мая. Тогда Денис Паслер инспектировал ход реконструкции в музее. Давал поручение подрядчику добавить рабочих на объект. В данный момент окна наши отвезены. Сейчас штукатурные работы заканчиваем. Для того, чтобы штукатурка быстрее начнет подсыпаться, сразу начнем вставлять окна. То есть задача стоит у меня до 15 октября полностью закрыть контур. И уйти полностью вовнутрь.
Ну а Денис Паслер идет вовнутрь парка, смотрит территорию. Подрядчик рапортует. Смонтировано освещение, уже и проверили. Посадили 7 тысяч кустарников и зеленых насаждений. Сейчас строители осыпают дорожки и расчищают пруд. Губернатор интересуется, были ли здесь какие-то исторические находки. Запор один нашли. Запор от винтовки мусор. Винтовки не нашли. Монеты. Сети копали, было несколько монет. На масштабную реновацию всего комплекса правительством области выделен почти 1 000 000 000 рублей. Сюда входит реконструкция гидротехнических сооружений Аксаковских прудов, благоустройство мемориального усадебного парка и реставрация исторических зданий. Глава региона уверен, это место станет центром притяжения не только для жителей региона, но и всей страны. Это, конечно, грандиознейший проект не только для Оренбургской области, но и для всей страны с учетом того, кто здесь жил, да, чьи это корни и какая здесь история. Я, конечно, говорю про семью и про династию Аксаков. Если говорить про темпы строительства, ну, всегда кажется, что хотелось бы еще сделать вчера или позавчера, или сегодня. Но объективности ради мы видим, что при вскрытии домов, при реставрации, когда вскрываешь, находишь много чего интересного и удивительного. И то же самое с этими зданиями. Где-то углы отваливались, где-то стены, где-то фундамента нет. Работы еще справедливости ради много, но и динамика с учетом сложности реализации этого проекта, мне кажется, неплохая. Поэтому мы все равно этот объект доделаем. Неважно, когда это будет, декабрем или весной. Наверное, отчасти, может быть, какие-то элементы благоустройства и надо, чтобы зима прошла, чтобы воды прошли, чтобы таяние где-то, чтобы просело и уже аккуратненько все сформировалось. Хотел бы, конечно, чтобы все жители области, да и гости, конечно, приехали, посмотрели, потому что это будет уникальнейший объект для всей нашей страны, с учетом истории, которая здесь была, формировалась, и которую мы, конечно, должны знать и помнить. Такими событиями была наполнена эта деловая неделя. Ну а мы увидимся на следующей.